Знову бачимо головного маршала, він дає сигнал. І під ваші гучні оплески загорюється і йдуть один на одного. Списи алебарди направлені на супротивника і розпочинається битва. Отже, дорогі друзі, давайте привітаємо оплесками наше лицарство, яке так чудово показало нам усі військові маневрування 15-го століття. Ми дуже багато дізналися з цього показу, побачили, які вишикування були популярні у ті часи, побачили, яким чином воїни йшли в атаку чи оборонялися, які тактичні прийоми вони зводили. Учасники нашого фестивалю. І просто зараз вони продемонструють вам своє надзвичайне мистецтво. Київський вогняний театр! Oh.
Thank you.
творяться справжні дива. Воно істинно миролюбне і несе в собі ясний вогонь. Дорогі зрителі, я думаю, что то, что мы обещали сегодня, чтобы получили массу удовольствия, погрузились в нашу историю, мы выполнили. И завтрашний день — это будет продолжение этого прекрасного праздника. И как вы помните, этот фестиваль посвящен древнему стилю, который в 15 веке позвал себе в гости рыцарей 15 века из Западной Европы. Они к нам пришли, они показали свое мастерство, мы поделились своим, и таким образом наши знания, наши традиции еще сильнее пополнились знаниями мировой культуры, а Киев, как всегда, был, есть и будет центром культурного наследия Восточной Европы, нашей страны, и одним из столпов мировой культуры всего человечества. Поэтому давайте будем вместе с вами гордиться тем, что мы родились в Киеве, тем, что мы живем в Киеве, тем, что мы живем на Украине, и тем, что мы можем гордостью сказать, что мы владельцы тех знаний, которые нам подарила Киевская Русь и Древний Киев. Ну и как всегда, дух Древнего Киева позвал нас, и мы... Спасибо всем!